палящее солнце, жаркая во всех смыслах атмосфера царила на Освенской ярмарке с утра и до самого ее завершения. Осмотрев несколько десятков подворий, торговых рядов, отведав бесчисленное количество деликатесов, гости спешили к фирменному киоску «Ключ здоровья». Мы сегодня приехали с очень большим ассортиментом, начиная от нашей чистой артезианской водички, которую мы раздаем бесплатно. Очень большой, широкий ассортимент кваса, хлебного кваса, живого брожения, яблочного кваса, морса, широкий ассортимент меда Республики Мариэл, который натуральный, без консервантов, добавок. Очень вкусная продукция. Восстановить силы, совершенно бесплатно выпить стакан чистой прохладной воды или натурального морса могли все гости праздника. Дегустация продукции у палатки «Ключ здоровья» шла довольно бойко. Каждый нашел себе напиток по вкусу. Кому-то по душе артезианская вода, другим нравится морс или различные квасы с фруктовыми соками, яблочным, малиновым или соком черной смородины. К слову, все напитки, выпускаемые компанией «Ключ здоровья», натуральные, производятся без применения химических красителей и пищевых добавок. Освенская ярмарка 2016 подошла к концу, чтобы ровно через год снова открыть свои ворота. А вот воспоминания о ярком празднике, в том числе и о потрясающих напитках от «Ключа здоровья», остались. Тем более, что освежить их можно в фирменных киосках «Ключ здоровья», расположенных в шаговой доступности во всех районах Брянска. Татьяна Жукова, Максим Кузнецов. События. Брянский район.